Нехватка парковых зон – одна из основных проблем многих городов. Восьмой микрорайон Одинцово по праву может похвастаться прудом, стадионом и лесными массивами. На территории одного из них инициативная группа жителей предлагает создать новую парковую зону. Речь идет об участке между улицами Сосновая, Восточная и деревней Глазынина. А сегодня у нас проходит субботник по уборке мусора с территории лесного фонда. Субботник проходит в квартале 16 Баковского участкового лесничества. Данное место расположено вблизи городского поселения Одинцово и является рекреационной зоной для местных жителей. Здесь часто проходят пикники, шашлыки, и поэтому очень много мусора оставляют за собой отдыхающие. Для того, чтобы привести лесной массив в порядок, на уборку вышли сотрудники коммунальных служб города, инспекторы Госсанитехнадзора, лесничие из Звенигородского филиала ГКУ «Мособлес» и Центр лесхоза. К участию пригласили и местных жителей. Всем им выдали необходимый инвентарь для уборки мусора. Инспектор мероприятия – штаб по борьбе с несанкционированными свалками и навалами, который возглавляет Татьяна Витушева. Руководитель Госсанитехнадзора Московской области считает, что подобные акции нужно проводить в Подмосковье как можно чаще. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».